Ресниц, спасибо. Парить, курить. Туру-туру-туру. Стойте, я делаю комплименты. Спасибо. Сладкая, my love. Да вообще, надо избавляться от этой ужасной привычки, потому что сладкое — это ужасно. Девочки, кто ухаживает за своими волосами или там принимает какие-нибудь витамины, еще что-нибудь, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Я не знаю, что-то им опять становится плохо. Ну, во-первых, они еще, мне кажется, выглядят так из-за того, что я болею. Я стригусь под ноль и не жалуюсь, класс. Приболела, слышу. Я еще и нос обхрюкаю. Римля, где вообще все мои друзьяшки? Никто сегодня ко мне не хочет заходить. Очень печально. Пивчик. Здравствуйте, пивчик. В аптеке есть шампунь специальный какой. Я Егор Крид. Рошан сегодня будет. Девочки, кто ухаживает за своим... Ужас, ужас, что только не пишут. Молекулярное восстановление. Попрошайничаешь. Я на ВБ хорошая нашла 20 в одном, там и витамины, и кератин. Это что, спрей или что это? Пивчик, спасибо за лайки. Блин, у меня такое ощущение, как будто у меня поднимается температура, потому что 15 в одном это не от Олин случайно. Или он там есть белый, есть синий, но там синий, по-моему, 17 в одном или 19 в одном. Короче, они разные. Я, наверное, поняла, про что ты написала мне. Сколько лет тебе? 20. Ребят, потапайте по экрану, пожалуйста. Давайте до 10 тысяч добьем. Ну, что это такое? Что мы сидим, расслабились? Булочки они сидят, расслабились, слушают меня. Ну-ка быстренько все понажимали. Маме Яне надо сегодня закрыть цель. Попробую взять, есть сыворотка тоже в виде спрея. Так а, хорошо. Как называется продукт? Ты заинтересует нас как-нибудь, чтобы мы потапали. Я уже натапала, чтобы мозоли на пальце. Давайте тапаем, тапаем до 10 тысяч, ребят. Быстренько. Какой рост у тебя? 168 где-то. 167. Ну, небольшая 170. Заинтересуй. Кого надо, вы заинтересовала. Можешь зайти в Инстаграм. Там очень много актуальных интересов. Ту-ру-ту-ту-ту-ру. Приезжай как-нибудь в Гродно. Парни себе хоть найди. Зачем? Ну что, найду себе парня. Что дальше? Что я дальше буду с ним делать? Ты в Риге? Нет, я в Беларуси. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Ну, кого же? Кого же я тебе напоминаю? Станет легче, не будешь попрошайничать. А что я попрошайничаю, дружок? Красивый грибок. Тапал. А что ты тогда тапаешь мне? Нет, чел такой смешной, ставит мне лайки и говорит, не будешь попрошайничать. Интересно, конечно.
У нее ЗП в 500 рублей, для нее бабки не проблема. Так та. Я не тапаю. Все мы видим. А, блин, вот, мне девочка написала Панаму. Все, спасибо, я сделала скрин. Плохо видишь, значит, нет денег, нет проблем. С какого вы города? Марина Горка. Ой, это мне Софа ставит лайки или мне кажется? Покажи чехлы на iPhone 11. Ребят, приходите в магазин, и тогда я вам покажу. Так ты из деревни? Да. Вот выходишь с магазина, сразу поле, и пасутся коровы у нас. Сочувствую. А что сочувствовать? Выходишь сразу свежий воздух, природа, коровки, все как надо. Боже, зачем ты сидишь за копейки, тратишь время в этой палатке? Я же говорю, ну, идти вот в поле, коров пасти, там вообще не зарабатывают 100 рублей в месяц. Мне прекрасно в моей палатке. Вот я сижу вот здесь, да, на попке своей смирной, получаю 500 рублей. А если выйти с моего магазина, то сразу вот такое огромное поле, и там коровы. Что мне идти за 100 рублей? РФ или Беларусь? Конечно же Беларусь, ребят. Ты что, в деревне живешь? Работы полно. Ой, блин, ребят. Чтобы мне выйти с магазина, это мне можно только выйти в 3 часа дня. Покажи ногти поближе. Я не знаю почему, но отдает каким-то желтым светом, так они белые. Я уже устала тапать. Спасибо. Илья, привет. Давайте тапаем еще. Я зайду позже, хорошо. От Олин есть фруктовая сыворотка для волос. Хорошо, спасибо большое, я посмотрю. Свечей, наверное, цвет искажает, да. Ты знаешь, какие ЗП в колхозах? Я же говорю, что у нас вот. Ну, мне просто выйти с магазина и сразу поле. Ну, вы думаете, я не долго еще на работе? Да, долго, до 8 вечера. Я же говорю, вот я выхожу, и мне можно выходить только в 3 часа дня. То есть это типа как обед. Вот, я выхожу к пастухам, потому что, ну, мне скучно тут одной. И все. Я вот у них спрашиваю, сколько вы зарабатываете? Они говорят, ну, 100 рублей в месяц. Я говорю, так а на что вы, ну, как вам хватает этих 100 рублей? Они говорят, ой, на бутылку Чарла, да и все. И жизнь прекрасна. Весело, конечно, очень. В РФ за эти 500 рублей неделю жить и все. Ну, у нас в Мариногорке на 500 рублей, в принципе, очень даже хорошо. Почему? Я с маникюрчиком, с бровками, с ресничками вроде неплохо одета. Ну, для своей деревни я просто, ну, вообще модница, как бы. Поэтому что 100 рублей? Это белорусских зарплату. Ты с родителями живешь? Да, с мамой. На шее у мамы. Если у тебя 500 рублей, это в колхозе твоих это 5 ЗП, да. Но они вообще меня считают просто, что я какая-то, ну, для них миллиардерша, понимаете? Ну, прикиньте, они получают 100 рублей, и они кайфуют от этого. А они тоже, по сути, что они делают? Лежат себе на поле, коров пасут, и все на это. В карты играют днями. Что им еще надо? Тогда ясно, почему тебе хватает. Я не могу поздороваться с тобой. Почему? У меня знакомый тракторист 3000 рэ получает. Я не знаю. Кому-то повезло. Теперь знаешь, я... Кот, ты кто? Прям такая пассивная, вся милая. Я... Овен.
На лыке. О, 10 тысяч, спасибо. Давайте до 20 делаем. Для Яны бабки не проблема. Ну, конечно, не проблема. Ты замужем? Нет. Ты овен? Да. А на что мне их тратить? Ну, сходить вот тут вот на сельскую дискотеку, так скажем, да? Это минимум тебе надо, ой, максимум, ну, рублей 10. Это тебе хватит и на вход,